небольшой обзор утренний. С Николаем сгоняли сегодня, подсобрали немножко, то есть благодаря волонтерам Виденского храма купили все самое необходимое, то есть футболка, рубаха, соответственно кепка, термоноски, термобелье, кроссовки на, ну, на повседневку, так скажем. Взяли еще берцы, их отдадут сегодня, ну, либо днем, либо завтра, то есть там пока безнал пройдет. И форму, соответственно, тоже отдадут завтра, тоже форму взяли хорошую, горку, непромокайку. И тактический рюкзак тоже на повседневку себе дорогу. Вот. Всем большое спасибо. Всего хорошего. Предметы первой необходимости – это то, что к нам приносят сосновоборцы. Вот такой получился большой пакет. Помощи мне ее неоткуда получить. Вот. Я очень благодарен. Вот, сказать, то, что есть с чем ехать. Я не думал, что такая помощь будет от людей. Ну, приду, чем-то, дадут так, все, езжай, поеду, а то по мне так выходит. Тепло, что кто-то сзади, кто-то помогает, и что действительно люди заботятся о тех, кто туда отправляется. Вот. Поддержка чувствуется людей, действительно, это же все от души человеческой души, и все. Thank you.